Эта жуткая и необычная история произошла в маленьком провинциальном городке в неизвестной точке мира. Однако все события, показанные здесь, подлинные. И их участники клянутся, что именно так все и происходило. Итак, однажды в маленьком домике на берегу большой реки. Первая рабочая в этом году. Многие-то отпуска, так праздником взяли, то вернулись. То, что мы с тобой отработали, это просто... Здорово, дауншифтер! Ну, где ты путешествуешь? Колумбия! Как здесь красиво, ты вы видел. Природа, все тихо. Джунгли вокруг. А не страшно тебе там? А чего мне бояться? Ну, не знаю. Разные партизаны, говорят там. Наркобароны и прочее. Киднеппинг. Да кому я нужен? Я же не америкос. Денег у меня нету. Выкупа за меня никто не даст. Я даже здесь подружился с мексиканцами амиго. Они какие-то здесь плантации охраняют. Вот и играем с ними целыми днями. Завидую я тебе. Ни начальства, ни семьи. Уехал ты себе. И забыли про тебя все. И все. А что там Людка? Не достает? А что она? Пришла в прошлом месяце, деньги хотела просить за прошлый год. Смотри, выкинет она тебя. Думаю, я скоро ей все отдам. Откуда ты деньги возьмешь? Понимаешь, попала в мои руки здесь одна вещица ценная. Думаю, на ней очень много денег сделать. Ой, что это такое? Черт! Все, братишка, я думаю, на нас напали. Мне нужно идти. Я думаю, это нацигвардейцы. Все, давай. Братишка, что там? Ты меня слышишь? Эй, где ты? Что там происходит? Конкин? Брат? Черт. Ну, давай помянем братишку твоего. Помянем. Все, я решил. Не хочу больше жить. Задолбало все. Долги, кредиты, коллекторы, работа хренова. Все задолбало. Умереть хочу. Да ладно. Ну че мелешь-то? Умру, Людка, понимаешь, умру. Но не так какая-нибудь. Собака умрет. А я умру как надо. Умру в свое удовольствие. Я умру так, как никто еще не умирал. Что такое смерть? Это конец страданиям. Вот и моим страданиям придет конец. Смерть все спишет. И тогда нету долгов, нету кредитов, нету коллекторов. Нету начальства долбаного. И свободен от всех друзей сволочей. Да что ты мелешь, Сережа? Чё ты мелешь-то? А то. Вот посмотри. Живут себе двое в одной квартире. Один с долгами. С кредитом. С работой ненавистной. С начальством гнусным. А другой счастливый и свободен, как птица. Почему счастливому Конкину выпало умереть? А несчастному Комарову продолжать жить. Я думаю, что это несправедливо. Вот я и говорю. Пусть Комаров умрет, а жить будет Конкин. Стой. Так ты хочешь? Да, конечно. Ну-ну. Провернешь-то это как? Ты поможешь. Ты пойми, кроме меня с тобой, Конкина в лицо никто не видел. Ну, как год назад, он приехал из своего Запердуйска. Так и просидел в квартире 2 месяца, не выходя. А потом взял свой загранпаспорт и кредитку. И уехал в Южную Америку. Так я легко могу стать Конкиным. А Комаров умрет. А мне-то чего с этого?
Я же сказал, в накладе не останешься. Не сомневайся, Людка. Доверься. Ну, допустим. Подожди. Так похороны нужны? Свидетельство о смерти, труп, где все возьмем? Людка, не волнуйся, все будет. И труп будет, и похороны будут, и даже бумажка нужная, нарисуем. Нам же нужна эта бумажка не для полиции, а чтобы один человек с моей работы убедился, что Комаров мертв. Какой человек? Это не важно. Сейчас главное, меня не подведи. А пока что сделаем вот так. Какая вонь! Ну что, док, нарисовал? Значит так, ментам и адвокатам эту липу не показывай, сразу прочухают. Придут ко мне, скажу, что ты бланки украл. Деньги давай. Пока, ребята. Слушай, меня чуть не вырвало там от этого запаха вонища какая. А классный труп получился, слышь? Кукла резиновая, точь в точь ты. Худая такая, похожа прям. Шмотки твои точно похожи. Надо еще добавить пару тухлых яиц, чтобы народ там не задерживался. Точно. И лампочку надо выкрутить, нечего им там смотреть. Правильно. Ну ладно, скоро самое главное начнется. Погоди. Мне кое-что еще записать надо. А это, Николай Николаевич, я записываю лично для тебя. Наняты тобою умники там, как говорится, компьютерные гении. Понавставили там всякие защиты, придурки. А ты просто-напросто забыл однажды вечером свой компьютер выключить, и из сети ты не вышел. А замок в твой кабинет может каждый ребенок ноготком открыть. Я закачал сейчас на облако всю информацию о твоей тайной бухгалтерии. Папка 25. Все взятки, которые ты давал. Все платежи начальству, кому и сколько. Все твои фальшивые контракты. И купленные экспертизы. Все твои гнусные делишки, за которые, если все откроется, ты получишь пожизненно. Когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко. Я буду пить коктейли и греть ноги в теплой лагуне. И буду смеяться, как ты надо мной смеялся. Ай, свобода. Людка! Людка! Чего? Ну чего орешь? Ты че дома сидишь? А что я должна делать? Иди в магазин, на поминки закупиться, всякие закуски. О, здрасте. А денег-то я тебе где возьму? Я уж вчера все выложила. Ты че ноешь? Иди у подружки возьми. Ага.
Ты не волнуйся. Я тебе все верну. И премию получишь. Верь мне. Ладно. Ох, смотри, комаров. Ох, какой запахон стоит в квартире. Ха. Красота. Так. Ну, а это для потомков. Итак, это начало моей новой жизни. Будем знакомы. Конкин Григорий Иванович. Вот и паспорт имеется. Образование высшее. Не судим. Женат не был. Детей нет. Алиментов нет. Долгов нет. Ипотеки нет. Никого знать не хочу. Сам себе хозяин. Ну, друзья, простите и прощайте. Все. Прощайте, воры, начальники. Прощайте, предатели, коллеги. Прощайте, банкиры, пиявки, коллекторы, грабители. Прощайте. Никому ничего не должен больше. Все. Другая дорога. Другой мир. Все другое. Алло? Господин Окунев? Молчите и слушайте. У меня для вас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Интересно? Ну, начнем с плохой. Ваш референт Комаров Сергей Ильич. Помните такого? Да, тот болван. Он умер вчера дома. Вроде аневризма. Да. Хорошая? Конечно, и хорошая есть. Папка 25 вам о чем-нибудь говорит? Откуда я знаю, это не важно. Просто эта папка попала ко мне в руки. Да. Что я хочу с этим делать? Хороший вопрос. Я хочу вам это вернуть за небольшое вознаграждение. Да. Ну хорошо. Позвоню завтра. Все. Слушай, Серега, там возле нашего дома этот трется. Ну, как его? Ну, участковый наш. Говорит, скоро зайдет. Ждет кого-то важного. Не знаю, кого. Знаю, кого он ждет. Он ждет господина Окунева. Короче, Людка, ты быстро сейчас идешь накрывать на стол. А как только участковый первый зайдет, ты ему сразу подай водку на тарелке, без закуски. Ну, мол, скажи, что по русскому обычаю помянуть надо. А потом, когда сядем за стол, так ты так, между прочим, скажешь, что у покойного остались всякие вещички, штучки какие-то. Не сразу в лоб, а так, между прочим. А, поняла. Не в лоб. Слушай, Серега, не боишься ты? Прибьют тебя. Нет, я не боюсь. Я хоть не компьютерный гений, но страховочку я себе организовал. Если со мной что-нибудь случится, так вся информация будет в прокуратуре через день. Ага. Понятно. Ох, смотри, умник. Меня не вздумай кинуть, ты меня знаешь. Да уж, скажи мне, ты с санитарами договорилась? Договорилась, да. Будут, придут, все сделала. Здрасте, заходите, пожалуйста, Николай Николаевич. Разрешите представиться... Струев Петр Петрович, лейтенант, участковый. Вот здесь, так сказать, и обитал ваш покойный сотрудник. Хочу сказать о том, что как замечательно, что на свете есть такие чудесные начальники, как вы, которые лично приходят засвидетельствовать
соболезнования, семья покойного. Это наш долг, лейтенант. Наша, так сказать, святая обязанность. Почему воняет тут так? Ну, давайте, показывайте, где покойный, где, так сказать, наш безвременно ушедший друг и коллега. Прошу вас. Здравствуйте, товарищи. Чем воняет ты тут так? Так тепло на улице. А в районе забыли выключить отопление. А вы кто, товарищ? А я друг покойного. Конкин Григорий. А вы, простите, кто? А я его коллега. Так сказать, бессменный наставник и руководитель. Ну, давайте показывайте, где кабинет покойного. Где он коротал длинные вечера, составляя квартальный отчет. Где его письменный стол, на котором лежали его натруженные руки. Да, проводите, пожалуйста. Какой письменный стол? Какой кабинет? Вы что, охренели, товарищ? Он вот на моем столе обедал и работал. У него денег не было на письменный стол. Ну а ноутбук покойного? Ноутбук? А вы ему деньги на ноутбук давали? Он несчастный. Он даже работу не мог взять домой, потому что у него компьютера не было. Сегодня у каждого ребенка в Мухосранске есть компьютер, а у Комарова не было. Это почему это? Потому что вы ему 30 тысяч в месяц платили, сволочь жадная. Кто? Это он так по начальству говорил. Он, мол, так и говорил. Мой начальник такой-то, 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 просто сволочь жадная. Он так говорил. Ладно, ноутбука не было. А ключи при нем не находили? А ключи его вам зачем? На память хочу брелок взять. Мы его под стекло музей фирмы положим, так сказать, в укор нам за то, что мы не ценили покойного при жизни. Ну, если так, никаких ключей мы не находили. Дьявол. Ну, пойдемте попрощаемся с покойным. Прошу. А свет здесь можно включить? А зачем? Ну, в последний раз посмотреть на усопшего друга. Вглядеться в родные черты лица. Так не до света, товарищ. Проводка сгорела. А вы так смотрите. На кого ж ты покинул нас, дорогой товарищ? Безвременно оставил трудовой коллектив. Товарищ, что вы там делаете? Что? Вы зачем ему по карманам шарить? Вы что-нибудь там потеряли? Вам показалось. Товарищ участковый! Господи, что тут у вас? Вонь-то какая! Свет включите! Да нету света, товарищ! Проводка сгорела, говорю ж вам! Товарищ участковый, здесь товарищ подошел с покойным попрощаться, якобы, а сам им по карманам начал шарить. Вы скажите ему, что это запрещено. Ну что же вы, Николай Николаевич, ну ей-богу, интеллигентный же человек. А что вы там хотите найти? Да записку предсмертную. Думаю, может быть, покойный оставил для трудового коллектива записку предсмертную. Ну, так сказать, волю последнюю. Вот этого я вам позволить не могу. Я лучше сейчас сам его обыщу-то. Ой, товарищи, дорогие товарищи, давайте помянем покойника, как положено. По старинному русскому обычаю помянем. До дна, товарищ, до дна, товарищ, до дна. Вот. А теперь в комнату пройдемте. Там и картошечка поспела. Действительно, товарищи. Все пойдем, как положено. Пойдемте, товарищи, ей-богу. Вот же невыносимо. Это хуже, чем в морге. Пойдемте. А как же записку поискать? Волю последнюю усопшего. А что тут искать-то? Покойник-то совсем в других вещах был. Да, я ж его переодела, помыла. Все как положено. А старое барахло-то все на помойку и выбросила. Барахло? Да. Какое барахло? Ну, я не знаю, там... Мелочь всякая. Ну, это ж совсем другое дело. Пойдемте отсюда на свежий воздух, товарищи. А вы, гражданка, вот то, в чем покойник-то был, вот этому уважаемому человеку-то и передайте, может, он там действительно письмо найдет. Ну, пойдемте. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Денег хочешь, дура? Сколько? Много. Да, хочу. А кто не хочет? Молодец. Флешка у тебя? Какая флешка? Такая флешка, за которую я тебя с дерьмом сожру, дура. Товарищ участковый, вам пельмешков горяченьких положить?
10 тысяч. А еще водочка есть. Холодненькая. Сейчас принесу, сейчас. Тварь. А мне коньяка. Здрасте, товарищи. Что, действительно, правда, что ли? Помер? Черт! Абрам Гургенович, а вы как сюда попали? Я... Ну, входите. А ты чё припёрся сюда, Браша? Тебе что с того, что Комаров сдох? Как-то... Что это как-то... Из сострадания... Христианского... Человек, наш сотрудник... Годы непорочного труда... Ах ты, сволочь! Что это? Змея подколодная! Что, как-то... О чём это? Подонок! Что? Не-не-не... Как... А, что? Что он у тебя украл такого, что ты приперся сюда? Да ты что? Так, прям, что? Сострадание? Колись, сука, ты что, вторую бухгалтерию вел, а он у тебя ее украл? Вторая, ваша, моя четвертая. А третья чья тогда? Ух, ё! Простите. Пока водочки выпью, можно? Чё уж теперь. Иди, жри. Как верно сказал классик, не то страшно, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Живёт себе такая мелочь. Комар писклявый, гнида. Живёт, нафиг никому не нужен. И вдруг раз, сволочь. И сдох. Простите, товарищ, но со всем моим уважением, как вы можете? Покойник еще дома. Тело еще не остыло, а вы говорите такие слова. Кстати, почему его не увозят? А что его не увозят? Мы заказали санитаров. Сейчас с минуты на минуту приедут. Только, дорогие товарищи, платить-то нам нечем. А санитары сказали, бесплатно морг не повезут. Вот там прямо на помойке возле дома и выбросят. Я залезла к нему в карман-то, покойнику. Только 200 рублей нашла. Что скажешь, Абрам Гургенович? Разве это хорошо, что наш коллега, так сказать, наш товарищ по работе, будет брошен в морге, как собака последняя? Как полагаешь, должна наша фирма это дело оплатить? Вот это начальство! Золотой человек! Просто человечище! Нет, не знаю. У нас и фондов таких нет. А по-человечески? Вот ты, Абрам Гургенович, готов на это деньги дать? Я? Нет. А вот если бы ты их не из собственного кармана вытаскивал, а из чужого? Вот, допустим, я бы тебе деньги дал. Оплатил бы похороны? Ах, если у вас... Тогда да. Ну так вот, Гургеныч. Что? Давай что? Свой кошелек. Бери. На вот, еще бери. Смелее, выдели средства друзьям покойного, чтобы они его похоронили достойно. Сколько там? 120 тысяч. Как хорошо, когда есть такой главбух, который всегда найдет средства, чтобы отблагодарить работника за бескорыстный труд. Ну, не чокай. Пойдемте-ка, гражданочка, с вами на кухню чайничек вскипятим. Скажи мне, бедная женщина... А что это я бедная? Бедная, бедная. А не было ли при покойном моем друге маленькой такой симпатичной штучки? А, она всегда при нем была. Ты со мной не шути, дура. Денег хочешь? 10 тысяч.
Ага. Я вон видела, сколько вы своего бухгалтера взяли. 100. Но-но-но-но-но. Ты чужие деньги-то не считай. 30. И быстро говори, где флешка. 50, может, чё и вспомню. 40. И закрой свою поганую пасть, акула. Быстро, где флешка? А за пасть еще десяточку накинешь. На, подавись. Где флешка? Не было никакой флешки. Он в комнате. Шмотки его лежат, кошелек. Пойди проверь, там все пусто. А что ж ты мне голову морочишь, зараза? А чтоб не хамил дамам. Убьют, тварь! Людка, иди. Там санитары пришли. О, 15. Здравствуйте. Здравствуйте. А чё, покойник дома? Туда проходите. Угу. Только денежки вперед, как договаривались. Да-да, конечно. Начальник, выдай людям деньги. Выдай, выдай. Сбербанк, что ли? Давай, начальник, не жмись. Ты чё, начальник? Прикалываешься с людей умственного труда? Штука за жмура. Да мы за кошку больше берем. Вы что, кошек хороните? А то. Хорошая кошка, она поприличнее людей будет. За любовь к ближнему надо платить. О. Сколько? 50 штук, как договаривались. И пузырь. И пузырь. Мо, так с другой же разговор. Куда идти? В спальню. В спальню тебе, Вася. Че стоишь-то? Вот тебе 10 штук сверху. Когда этого потрошить будут, я хочу, чтобы ты мне позвонил. А зачем? Да покойный у меня одну штучку маленькую украл. Боюсь, как бы не проглотил перед смертью. Что проглотил? Да флешку маленькую. А, флешку? Флешку это можно. У нас на зоне мобильные телефоны себе в задницу заталкивали, чтобы через проходную пронести. А потом не могли вытащить, приходилось операцию делать. Мобильные? В задницу? Да. Да ты что? Мамой клянусь. У нас один лох себе 3 Nokia затолкал. Так на одном забыл будильник выключить. Эх, убили его потом. Кто убил? Ну так пахан. Прикинь, там в 6 утра по Хабаровску гимн заиграл. 3 дня он там пиликал, пока не вскрыли. Эй, боец, хватит, хватит болтать, давайте, забирайте уже его. Начальник, работа прежде всего. Людка! Люд! Ну чё орёшь, не ори. Ну ты готова? Да готова. Всё, смотри, только как к тётке своей приедешь, сиди тихо. Я как первые деньги получу, сам тебя найду. Ладно, поняла. Обманешь ведь, скотина, знаю я тебя. Ладно, слушай, вот что я думаю. Ты ему вот сразу, сходу, 10 лимонов зарядил. Не круто ли? Все учтено могучим ураганом. Так. Паспорт тут. Билеты тут. Ну что, сядем на дорожку. Ой, здрасте. Здравствуйте. День добрый, хозяева. Какими судьбами? Да так, знаете ли, осмотреться. Все-таки не безразличен мне был ваш Сергей Комаров. Мимо шел... Да и думаю, зайду, посмотрю, что и как. А вы никак в отпуск собираетесь? Или насовсем уезжаете? А вам что за дело? Да нет, собственно, никакого дела. Просто поговорить хотел. Стаканы есть? А некогда нам с вами тут распивать. Нам ехать надо. А я, пожалуй, выпью рюмочку.
Ну, за покойника. Пусть земля ему будет пухом. Умер, как говорится, Максим, да и хрен с ним. Да что вы так? Комаров, между прочим, был мой сводный брат. Гнида был твой Комаров. Притворялся тихоней, оказался сволочью последней, змеей подколодной. Да что это вы так? Умер, подох и протух. У меня до сих пор запах от сдохшего Комарова. А вообще он еще мало вонял. Потому какой он скотиной был, должен был в несколько раз сильнее вонять. Да хватит уже, это уже нестерпимо. Что вы так переживаете-то? Как будто он вам родственник был. Так я же говорил, что он был мне сводный брат. Я, кстати, еще в прошлый раз заметил, что между вами с Комаровым сходство какое-то есть. Глаза, что ли? Да что вы такую ерунду говорите, глаза, что ли? Я с Комаровым. Ну, по одной. За смерть Комарова. Ну, давайте помянем. А я вижу, вам Комаров досадил чем-то. Довольно сильно. Вы так просто о нем говорите, как будто он занял миллион и не успел вернуть. Вот тут вы в точку попали. Занял ваш Комаров у меня кучу бабла перед смертью, а чтобы не отдавать, сдох. И сколько же он у вас задолжал? Да уж немало, поверьте. Ну скажите, сколько, а? Миллион взял, гад. Миллион рублей? Да врет он, врет он. Ничего он у вас не брал. А вы откуда знаете? А мне Комаров всегда говорил, что его начальник – жадная свинья. Вы ему за 5 лет даже зарплату не прибавили. А миллион в долг дал. У меня и расписка имеется. Да ну ладно. Да мне какое дело, сколько Комаров его занял. Все, что занял, все унес в свою могилу. Так уж и в могилу. Ну, извините, господин хороший, засиделись мы с вами, а нам еще в дальнюю дорогу. А я бы на вашем месте так сильно не торопился. Ну, здравствуйте снова. Спасибо, что подождали. Ну, здравствуйте и до свидания. Мы, пожалуй, пойдем. Да. А вот это вряд ли. А почему? Жалоба на вас поступила, на вас и на вашу хозяйку. На меня? Так точно. Ну что, вы у нас, товарищ Конкин Григорий Иванович, правильно? Да, я. Так, а вы, мадам Полякова Людмила, хозяйка этого дома, так, верно? Говорила тебе, не песни, придурок. Так, вот, пожалуйста, да? Ознакомьтесь, это вот постановление о возбуждении уголовного дела относительно убийства соседа вашего, Комарова Сергея Ильича, и о расхищении его имущества. Да что это такое? Что за ерунда какая-то? Так вот, грубить не надо. Я при исполнении. Признаваться будем? Да что за ерунда? Да мне не в чем признаваться. Ну так все говорят. А потом всегда найдется в чем признаться. Так, кстати, вот... Вот еще, пожалуйста, вот это вот ордер на обыск, так что разрешите ознакомиться с вашими вещичками. Да хрен с вами, давайте уже ищите. Сержант, приступайте. А с вами, Полякова, мы продолжим нашу беседу на кухне. Прошу вас. Ну, Полякова, ты понимаешь, в какую неприятную историю ты влипла? Нет, я не понимаю. В какую? А в такую, Полякова, что от тебя с твоим дружком только мокрое место останется. Потому что вы у очень серьезных людей одну очень важную вещь украли. А у нас-то и за куда более меньшее башку-то откручивают. А вы мне не пугаете, господин полицейский. Вы толком говорите, что надо-то? Ох, Полякова, с огнем играешь. Ничего я не играю. Чего вы все вокруг да около? Вы толком объясните, чего от меня нужно. Ты, Полякова, небось уж об омарах и шампанском размечталась. Так вот, смотри, как бы на тюремную баланду не угодить. Петр Петрович, вы говорите толком. Я-то тут при чем? Чего хотите? Да я, Полякова, ни на секунду не сомневаюсь, что эти файлы драгоценные, которые Комаров у Окунева украл, сейчас у вас с подельником.
И очень может быть, что именно из-за них вы его-то и грохнули. Я тебе вот что хочу сказать, Полякова. Я сейчас своих людей на кладбище отправил, чтобы они труп Комарова эксгумировали. И как только Комаров на столе у судмедэксперта окажется, тут тебе, Полякова, небо в крупную клеточку покажется. Но я тебе хочу дать шанс. Но только ты думать должна быстро, очень быстро. Петр Петрович, чисто теоретически, ну так, к примеру, о каком таком шансе говорите? А, таком, Полякова, что если ты с подельником сейчас мне эти файлы чертовы отдашь, дам я вам отступного и 24 часа, чтобы с глаз моих долой убрались отсюда. Петр Петрович, а сколько дадите? 100 000 дам наличными и прямо сейчас. Подожди. Да, Струев. Как нет? Что, совсем ничего? А что в могиле? Как пусто? Санитаров. Санитаров ищите. Я сам видел, как они труп из дома выносили. Да, потом мне перезвонишь. Да, все. Опа. Я так понимаю, нет трупа, нет и преступления. Нет. Ничего нет. Как же так? Я ведь точно знаю, что Комаров их украл. Он же, собака, незадолго до смерти намекнул мне, что информация, мол, носится в воздухе. Ах, сволочь. Куда же он их спрятал? А этих хорошо допросили? Да уж, можно сказать, насквозь прозвонили. Трупы ищите. Очень может быть, что Комаров проглотил флешку перед смертью. Да ищем. Только санитаров этих никто в глаза не видел, и на кладбище они не появлялись. Подстава. А может, этого, как его, Конкина, допросить с пристрастием? Нет, бить не разрешу. Ну так не сильно ж. Ну, если не сильно, можно. Слышь. Послушайте, Конкин, мне с вами манную кашу по чистой скатерти размазывать нечего. Я и так знаю все. Все? Конечно, все, давай рассказывай. Рассказывай, как это тебе в голову пришло. Да так. Когда Конкина убили, вот я и подумал. Погоди, погоди. Как это Конкина убили? Ты же сам Конкин-то и есть. Ну да, так оно и есть. Я Конкин и есть. Ну, тогда мне... Что мне тогда рассказывать? Ну, как вы у покойного Комарова флешку с тайными записями Окунева украли. Что за ерунда, которую вы мне говорите? Не видел я в жизни никакой флешки. Бред собачий. Да. Ты, Конкин, слова-то выбирай. Не с товарищем своим. Мелочью офисной разговариваешь, а с представителем власти. Я вот сейчас отсюда выйду... А вот товарищ Качалин тут с тобой так поговорит, что мама не горюй. Да послушайте, нет у меня никакой флешки. Да Комаров, наверное, ее спрятал куда-то. Но я об этом ничего не знаю. Зря ты так, Конкин, понимаешь? Ты бы вот о душе бы подумал, а? Ну вот как ты будешь жить с таким грузом на душе? А вы верите в бессмертие души? Конечно. Душа-то. Душа бессмертна. Вот и я говорю. Мертвый. Не умирают. То есть, умирают, но не совсем. То есть, как это не совсем? Они продолжают жить. Ну, не здесь. В другом месте. Далеко. Это как бы в раю, что ли? Да. Пожалуй, что и в раю. Вы правильно заметили насчет души. А вы знаете, что душа Комарова на нас всех сейчас смотрит
и смеется над нами. Вот она, душа Комарова. Я ее чувствую, она прямо возле меня сейчас. Что ты несешь-то? Экстрасенс я с детства. Спросите кого угодно. Души мертвых вижу я. Душа Комарова находится здесь, в этой комнате. Да врешь ты все. Да вот она, сами посмотрите. За вами стоит душа Комарова, смотрит мне в глаза и говорит: да плюнь, Конкин, на всех этих ментов. Ничего они не знают, просто сами поживиться хотят. А файлы Окунева они ищут, потому что хотят отнять у него и бизнес, и все его деньги. Да ну тебе к черту! Аж мороз по коже. Выйди. Выйди, выйди. Фу. Тихо, тихо. Он говорит что-то. О, Господи, что такое? Он хочет говорить с вами. Кто тут? Я Струев, участковый. Чего ты хочешь спросить? Где флешка? То есть, это, кто тебя убил? Ты его знаешь. Убийца находится близко. Что? Все. Ушел. Исчез. Ушел? Да. Слушай, Конкин, я вижу, ты не дурак. Опять же, человек верующий, значит, с пониманием. Ну, ты понимаешь, что одному тебе это дело не провернуть. Вот я только не понимаю, о каком деле идет речь. Поподробнее, товарищ начальник. Слушай, ну отдай ты мне эту флешку по-добру, по-здорову. А я тебе отступных дам 500 тысяч. Что? Тихо. Слышите? Чего? Опять душа Комарова. Она смеется. Ну да. Он говорит: 10 миллионов! 10 миллионов стоят секреты Окунева. Слушай, так стало быть, если ты все еще его слышишь, может быть, он скажет тебе, куда он эту флешку долбанную засунул. А черт! Ушла душа. Как ушла? А вот. Прямо в эту стенку взяла и просочилась. О, Господи. Надо будет ждать, пока она появится вновь. Глупость какая-то. И долго мы тут будем сидеть, я вообще никак не пойму, чего мы ждем-то? Да я вам уже раз 20 все объяснил. Ну это средневековье какое-то, какая душа. Он же смеется над вами, а вы ему верите. Давайте его в камеру запихнем. Какую камеру? Ну, эту, как она у вас там называется, пресс-хату. Утром он нам сам все и расскажет. Вот как вам не стыдно? Ведь вроде же интеллигентный человек, а слова-то какие говорите? Пресс-хата. А потом говорят, что органы правопорядка беспредельничают. А сами-то вот вы... Ну, это к тому, что... Вы в Бога-то верите? Да вроде да. Вроде-вроде. Тот оно, что по-настоящему не верите. А я бы, можно сказать, сам с душой покойного Комарова там сейчас разговаривал, вот прямо как с вами. Ну, все равно, этот Конкин что-то знает, и нельзя ему дать уехать. Ну, как я могу его задержать? У меня и поводов-то законных нет. Кого там еще черт принес? Ой, а у вас не заперто? Здрасте. Вам чего, девушка? А Конкин Григорий Иванович здесь живет? Ну, допустим, здесь, а что такое? А вот как бы мне его увидеть? Ну, вот он я. А что вы хотели? Ой, а мне сказали, что вы померли. Да нет, это чья-то глупая шутка. Ой, ну слава богу. А кто это вам сказал? А знакомый один, а ему другой знакомый передал. Глупость какая-то. Да вот он я, как видите, жив. Ну и слава богу. А я думала, мне сегодня ночевать негде. Хотела на вокзале переночевать, так сторож меня выгнал. Вот, а автобусы не ходят, а на такси денег нет? Ну, я пешком пришла. Да чего вам надо, девушка? А вы точно
Григорий. Гриша? Да, я. Не видно, что ли? А вы изменились как-то? Другой какой-то стали. Слиняли как-то. А вы меня совсем не помните? Да я вас первый раз в жизни вижу. Вот бессовестный какой, а? Вот бессовестный, а? Вот совсем, да? Хватит молоть ерунду. Кто вы такая? Жена я ваша, Григорий Иванович. Супруга законная. Вот так поворот. А вас как зовут, мадам? Екатерина Федорова. Екатерина Федорова. И где же вы с ним поженились? С ним? Да, на практике. Он у нас 10 лет назад в районе практику проходил. Господи. Господи. Что же с детьми-то будет? С какими детьми? Но у меня нету детей. Как это нет, когда есть? Близнецы. Машенька и Мишенька. Вот. Машеньке 6 лет. Вот. Мишеньке 10. И что ж вы? Мужа своего законного, отца детей ваших, точно не помните? Это он или не он? Сейчас. Вот так смотрю, вроде не он. А вот вроде он. Да я 8 лет его не видел, я подзабыла. Послушайте, гражданка, может, у вас какая-нибудь официальная бумага есть? Я знаю, там свидетельство о браке. Конечно, есть. Сейчас. Оно было, оно точно было. Сейчас. Сейчас. Вот, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, гражданка Федорова, что ж-то вы с мужем-то вашим не жили? С Гришей-то? Ну да. Так он сказал, что у него мать дома больная, холерная, заразная. Он алименты-то вообще платил на близняшек-то исправно. А вот полгода назад перестал. Люди сказали, может, уехал. В Америку, говорят. Хе-хе. Ну что, Конкин, ты, оказывается, еще и от алиментов уклоняешься, а? Хорош гусь, а? А вот вам и законный повод. Да. Знаете что, гражданка, вы сейчас в райотдел поезжайте, напишите заявление на него, а уж мы-то ему от вас скрыться не дадим. А вы, Конкин, вместе с подельницей вашей, здесь останетесь. И чтоб какие дел не натворили, я здесь своего человека на ночь оставлю. Качалин! 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 По печени его! А? Что? Да вы кто такие, товарищи? Вообще отсюда нельзя, здесь как бы это... место преступления. Да что ты? Да что ты ерунду несешь? Какое место преступления? Подожди, пока я еще здесь хозяин. Так, где он? Кто? Комаров, свинья это, сволочь. Комаров умер, господин. А вы чего хотели? Мы что хотели? Нет, он специально это сделал. Он специально это сделал, но я не согласен. Я не согласен. Дорогой, смерть нашего согласия не спрашивает. А вы кто такой, простите? Я? Я друг. Покойного, Ираклий Ираклевич. Так нет, вот свинья понадалживал у всех деньги, а сам сдох, скотина, чтоб долги не отдавать. А я не согласен. Я требую. А вы, Абрам Гургенович, мне кажется, вы вчера здесь были. Нет, скажите, у нас есть законы? Нет, у нас есть законы. Нет, вот свинья. Но ведь ничего, я этого так не оставлю. Я свои деньги на том свете отыщу. Вот так-то. Что вы ерунду-то мелите? На том свете он его искать будет. Что вы говорите ерунду? Что по всему аду за ним гоняться будете? А вы молчите. Это мои деньги. Где хочу, там и ищу. Вот так. А знаете что? А мне на ваши деньги плевать. А мне на вас. Тьфу, плевать, вот так. А мне на вас. Фу. А мне на вас. Ты чё? А ты чё? Нет, ты чего? А ты чё? Нет, ты чего? Нет, а ты чё? Ты чего? Нет, а ты чё? Ты чего? А ты чё? А ты чё? А ну-ка прекрати сейчас же. Сколько он вообще вам должен, этот... 500 000. Да что ты врёшь? У Комарова в жизни не было таких долгов. А вы откуда знаете? А он мне всё рассказывал. Комаров мне всё рассказывал. А ты кто такой? А я Конкин.
Его сводный брат. Нашел себе родственничка. Лучше с дикой гадюкой жить, чем с Комаровым. А что, вы с ним знакомы были? Конечно, еще та свинья была. Ага, судя по всему, хорошо его знали. Да, мы были приятели. Врет, опять врет. Никаким приятелем он ему не был. Еще раз вам скажу, что о покойных так не говорят. Нельзя говорить. А как ты? Как ты хочешь, чтобы я говорил? Нет, представьте себе, что вы живете в деревне, и у вас сдохла свинья. Нет, ты будешь говорить, что это сдох человек, да? Да я тебя сейчас подойди. Прекратите. Вот, правосудие позволяет правду говорить. Пусть говорит. Говорите. Ну и скажу. Вот представьте себе, что эта скотина знал заранее, что он сдохнет. Вот ну и понадалживал у всех, у кого не лень. Вещи, то деньги. А у меня самым главным образом, самым подлым образом выманил ноутбук. Так это выходит, ноутбук все-таки был. Конечно, был. Мой ноутбук, мой. Товарищ следователь, вы обязаны организовать здесь поиски ноутбука. Правильно. Вы обязаны тщательным образом обыскать квартиру. Я точно уверен, что здесь есть тайник. Пойдем посмотрим. Нет. Вот этого я позволить не могу. Надо сначала в райотдел заявление написать, потом подать. И так далее. Товарищ следователь, а если вдруг вы сейчас пойдете минуток на 20 в туалет, а мы пока с товарищем Курсисом поглядим здесь что и как. Ну вот в туалет я не хочу. Да я был там недавно и по большому, и по маленькому. Не хочу. Хотите, товарищ следователь, хотите? Хотите? Иди, вот за такие деньги вы хотите. Ну, а за такие? Вот за такие. Ой. Ой. Что? Что-то колет. Говори, где вещи Комарова, а то я тебя сейчас придушу. Да ничего я не знаю. Ну что ты делаешь? Стань! Держись-то! Ничего не знаю. Дай! Да что ж вы здесь, эти мерзавцы? Ой, помогите! Полиция! Она меня ошпарила! Немедленно прекратить! Что здесь происходит? Что за балаган? Качалин! Качалин, иди сюда! Что тут происходит? Гони всех отсюда и штаны надень! Нашел что-нибудь? Да. Тут где-то здесь спрятан ноутбук. Какой ноутбук? А вот этот вот ему дал. Я буду дознание проводить. Петр Петрович, да. Позвольте мне остаться. Не понял. У меня есть ценная информация для следствия. Хорошо. Господа, прошу вас покинуть. Качалин, гони всех в шею. Прошу вас. Нет, после вас. Нет, я после вас. Ты чего? Нет, а ты чего? Нет, ты чего? А ты чего? Нет, ты чего? Нет, а ты кто такой? Ты кто такой? А ты кто такой? Ты чего? А ты чего? А ты чего? Нет, а ты чего? Нет, а ты чего? А ты чего? А, нет, а ты чего? Да уж, натворил этот Комаров дел. Кредиторов-то у него немало. А там уж в райотделе и коллекторы сидят, и из трех банков... бумаги, да непогашенные кредиты, лежат. И людям тоже разным должен. Однако мастерски вот это он сделал. Долгов понабрал, пожил свое удовольствие, да и сковырнулся вовремя. Так, а что бы он сейчас сделал бы? Ему бы точно кто-нибудь из кредиторов-то ноги-то и переломал бы, ей-богу. Так ведь никто так ничего и не нашел. Мы в офисе у него на работе искали, и у друзей. Нет ноутбука. Он, скорее всего, здесь. На квартире в тайнике спрятан. Какой тайник? Вы здесь весь дом перерыли. Все рассчитал. Кровосос. Прямо уж кровосос. Кровосос. Вот как в фильмах про вампиров показывают. Самый настоящий зомби, можно сказать. Да? Так как вы такого зомби на работу взяли? А он, может, прикидывался человеком. Кто ж мог знать, что он у людей кровь сосет? Господа, хватит, вы меня пугаете. Однако, господин Окунев, о покойных так нельзя говорить. А что ж я не могу кровососа назвать кровососом? Вот вы, Петр Петрович,
Зомби верите? Я во все верю, и в зомби, и в оборотней. Мой девиз: в жизни все бывает, поэтому во все я и верю. И вообще, кстати, наш кинематограф, вот, он как раз вот это все и подтверждает, между прочим. Вот попался бы мне сейчас этот зомби, я бы ему собственноручно осиновый кол в самое сердце загнал. А вот этого я вам позволить не могу. Вот это вот самоуправство это. А, кстати, вот этот вот Комаров, он был еще такой человек, что ему, между прочим, и рожу часто чистили. Извините. А он и извинял. Слушайте, если вы хотите обыск делать, делайте. Ну только зачем оскорблять? А кого мы оскорбляем? Вас, что ли? Вы оскорбляете мои чувства. Ха, я оскорбляю чувства. Да вы что, смеетесь, что ли? Это Комаров ваш. Все человеческие чувства оскорблял. Да? И какие именно чувства оскорблял? Да все. Во-первых, зрение. Ибо рожа у него была отвратительная. Во-вторых, слух. Потому что голос у него был, как сломанная балалайка. В-третьих, осязание. Потому что кожа у него была потная и скользкая. А в-четвертых, обоняние. Потому что от него всегда воняло тухлым мясом. Врете? Воняло, Конкин, воняло. Так, всем-всем, всем молчать. Странное дело, Николай Николаевич. Все приметы, которые вы сейчас с такой подробностью сейчас изложили, абсолютно точно подходят к описанию господина Конкина. Да какие приметы? Ну что за ерунда? Погодите, погодите. О чем это вы? Ну хватит, дайте мне отсюда уйти. А ну-ка всем сидеть. Так, первое лицо. А лицо, знаете, неприятное. Лицо? Назовите это рожей или рыло, но только не лицо. Ха, вы меня возмущаете. Ну, действительно, рыло. Ну и что? Ну не самый красивый я. Но это же не примета. А голос? Вы слышите этот голос? Сломанная балалайка, точно. Абсолютно. Слушайте, Николай Николаевич, вы просто-таки его портрет нарисовали? Перестаньте, господа, ну что за ерунда? А кожа? Я помню его, когда за руку взял, а кожа такая липкая, потная, неприятная. А запах? Чем это пахнет? Вроде гнилая картошка. Ну, почти. Ну-ну. Любопытно. Стоп. Погодите, господа. Вы не думали обратить внимание на более важные приметы? Да? На какие же именно? Что вы запахом доказываете? От вас тоже не ромашками пахнет. Покойный Комаров был брюнет. Без усов и без бороды. И зрение у него было плохое. Из-за этого очки носил. А я рыжий, с усами и с бородой, и зрение у меня на 100%. Вот это вот, вот он срезал. Ай да Конкин уже это же аргумент. Ну, против такого же не попрешь. Волосы покрасить можно, а бороду и усы сбрить. А, да. А зрение. Это мы сейчас посмотрим. Вот вам волосы, а вот глаза. Так. А с бородой что делать будем? А с бородой? С бородой мы сейчас разберемся. Ха-ха-ха! Качалину, вяжи его! Держи его, Качалин. Тихо. Ну-ка. Вот. Боже мой! Это ж Комаров. Как Комаров? Вы уверены? Уверен.
Погодите, погодите, погодите! Я же сам видел его труп. Я его труп санитарам передал. В райотделе. В райотделе есть свидетельство. Да вы же сами его труп видели. Однако это Комаров. Ты Комаров, а? Не, ну как? Как мы его допрашивать будем? Он же сказать ничего не может. Выньте ему кляп. Только аккуратно. Укусить может. Это случайное сходство, не Комаров я. Ну, случайное сходство очень может быть. Ладно, не развязывайте его пока. Подозрительно это. Держи его покрепче, я тебя прошу. Петр Петрович, вам тут из отдела прислали. Так, так. Так. Ну что там? Подождите. Что? А ничего не понимаю, в глазах темно. Читайте. Так. Описать имущество, бла-бла-бла. Проживающего по адресу, улица, дом, квартира. Умершего гражданина. Что? Григория Ивановича Конкина? Качалин, вот что это? Как описать? Почему описать-то? Так вот, Петр Петрович, тут же написано. Он умер? Где умер? Когда умер? Тут не написано. Качалин, набери мне дежурную часть. Пожалуйста. Ага. Караулов? Да, это я. Вот что-то я с этим Конкиным ничего не понял. Ну зачем его имущество-то описывать? Так. Так. Ну, ух ты, я понял. Все, да, да, все. Ну, что там? Я ничего не понимаю, он говорит, что... Конкин умер, убит в Колумбии. Тур поездки, значит, неделю назад. Вон оно как. Подождите, подождите же. Ну это уже не может же быть же. Вот же он сидит на стуле. Качалин, как это может быть? Откуда я знаю, Петр Петрович? Вон оно как. Ах, мерзавец. Дьявол, держитесь от него подальше. Не подходите к нему. Это может быть опасно. А что такое? Это может быть безумно опасно для нас, для всех. Так я... Подождите, подождите, подождите. Ну, нет никакого... Никакого сомнения, что Конкин умер. Он убит. Убит случайным осколком на границе Венесуэлы и Колумбии. Вскрыт патологоанатомом и зарыт в землю. Вот. Понимаете, теперь этот... Комаров. Он... Тоже без всякого сомнения. Умер, тоже, значит, скрыт в морге и здесь в землю зарыт. Вот то-то и оно. Он мертвый, а сидит здесь как живой. О, Господи. Это зомби. О, Господи. Да. Видите, угу. Он как будто да. бы живой. Да. Да. А на самом деле он уже мертвый. Ага. Да, понимаю, да. И... Ну, естественно, хочет жить. Но питаться-то как нормальный человек он не может. Желудок-то ему в морге вырезали. Вот он и питается теплой человеческой кровью. О, Господи. И тогда он покидает могилу и ходит среди нас. А еще у них у зомби так. Один кусает другого, другой третьего. И начинается эпидемия. Нашествие зомби. Кстати, что это у вас с рукой? Не укус? А нет, это я так... Кулак сжал, это след от ногтей. Качалин, пойдем, мне с тобой посоветоваться надо. О, Господи. Теперь, скотина, ты у меня в руках. Петр Петрович! Что? А вы знаете, что за то, что вы такого зверя поймали, вам теперь орден могут дать? За мужество! Вы же, можно сказать, эпидемию предотвратили! Человечество спасли!
Только вы его в отдел пока не тащите. А то там начальство быстро все заслуги себе припишет. Это точно. А я, пожалуй, пойду. Господин Окунев, подождите. Не уходите. Мне с вами как-то поспокойнее. Что делать, подскажите? Пытать его надо. Я там видел дрель на кухне. Качалин, тащи ее сюда. Ну, будешь говорить? Говорить будешь? Кто ты? Кто ты, спрашиваю? Конкин я. Врешь, собака, врешь. Конкин убит, выпотрошен и в землю зарыт. Кто ты, отвечай? Давай. Да ладно, дрель убери, гад. Комаров я. Комаров, врешь, дьявол. Комаров умер и в землю зарыт, но из могилы сбежал. Кто ты, спрашиваю? Сверли его. Ладно, стоп. Скажу правду. Я оба. Оба? И оба мертвые. Так тут же ужасное преступление. Нет. Здесь два преступления. Хе-хе! Два преступления! Я просто в шоке! Это такое дело! Такое дело! Итак, давайте еще раз разберемся по порядку. Давайте. Значит, в этой квартире жили двое, как все люди, приятели и соседи по квартире. А потом они умерли. И их похоронили. Ну, в смысле, в землю, значит, зарыли. А теперь выясняется, что эти двое... один человек, и этот один жив. Да. Вампир. Зомби, оборотень. Вурдалак. Схвачен мною лично прямо вот здесь. А вот спросит у вас начальство, откуда ж этот вурдалак взялся? Черт его знает, я не знаю. С неба свалился, из земли выкопался. Из двух мертвых, значит, один живой вылупился. У меня мозги как в тумане, я его схватил, а он, сволочь, сопротивлялся. Укусить меня хотел, чтобы я, значит, тоже зомби стал. С опасностью для жизни я это... Стоп. Давайте разбираться спокойно. История запутана. Вы его тут допрашивали без меня? Всю ночь. Ну и что эта сволочь говорит? Сначала юлил, а потом признался, что он лично убил и Конкина, и Комарова. Угу. А как убил? Засосал насмерть. Она как? Ну и что вы с этим собираетесь делать? Поеду, начальству доложу. Да? А что, не надо? Ну, пусть начальство само решает, что с этим делать. Ну как, и вы хотите вот это вот все своими руками отдать другим людям? Что это? Славу. Портреты в газетах, на телевидении, звание внеочередное. Деньги, в конце концов, орден. А вы сейчас... О чем? Ну, история-то запутанная. Ну? Начальство сразу это поймет. Так. Пришлют какого-нибудь следователя из центра. Какого-нибудь сопляка-мажора, сыночка какого-нибудь депутата. Ну, все ему и достанется. Слава, звание внеочередное, деньги. Так что делать-то сейчас? Во-первых, не давайте этому зомби пить. Совсем? Совсем. У них, у этих зомби в воде самая сила. Вот он ее как попьет или чего-нибудь еще. Так у него силище появится нечеловеческое. Ух ты. Ага, вырвется и всех тут перекусает. Хорошо, что предупредили, спасибо. Угу. Он и просить будет, и взывать к человечности. Но вы, именно во имя спасения человечества, ни в коем случае не давайте ему пить. Качалин-то ваш не подведет? Да нет, он мне как сын. Значит так,
Начальству доложите, но как-нибудь полегкое. Мол, человек с непонятной пропиской, неясный такой, подозрительный. Слушайте, а я вот что думаю. А вдруг их, этих зомби, целая организация в нашей области? Или в стране? Или во всем мире? А может быть, они правительство хотят свергнуть, а? Майдан новый готовят. Круто. А может быть, наши органы должны тотальную проверку организовать граждан? Всех в стране проверить. Всех, кто такие, откуда. Не зомби ли они? И нет ли у них там зубов специальных или жала ядовитого? И нет ли среди наших граждан таких, которые живут, хотя уже умерли? Или тех, которые умерли, а все еще живут, а? Наверняка есть такие. Я лично несколько человек таких знаю. Вот где можно было бы погулять. Ох, какая ловля пошла бы! Сколько бизнесов можно было бы отжать! Сколько денег заработать, а? Так, только борзеть не надо. Баба, где его? Сообщница. Да там они, Качалин сторожит. Ладно, пойду попробую узнать что-нибудь. Качалин, мать твою, ты чё творишь? Что? Я не виноват? Это задремал на посту, виноват. Задремал на посту? Это она пост, что ли? Штаны надень. Тебе стыдно должно быть. Качалин, он невинный юноша, его любая дура соблазнить может. Так, Качалин? Ну да. Это моя слабость. Ага, слабость. 4 раза за ночь. Слабость. Слушайте, Людмила, я же вам такие деньги предлагаю вам за всю жизнь не заработать. Ну, а не согласитесь, пойдете сообщницей. 10 лет вам организую. Ну, не знаю, где эта флешка чертова, понимаешь? Да он мне сам всякие варианты предлагал. Намекал, что там какой-то... какие-то файлы важные украл на этой флешке. А я откуда знаю? Говорил, что уедем на Гавайи, будем жить как миллионеры. Ну, чё я? Ничего я не знаю. Ясно. Качалин, значит, забирай её, увози из города. Посади на поезд или на самолёт. Вот, деньги вам. Чтобы месяц её не было видно в городе. Ой, а можно я этого воды с собой возьму? Качалина? Ага. Так это, у меня там и заодно отпускные поднакопились. Придурки! Так, денег я вам дал. Рот на замке, ясно? Ясно. Знаете, а еще он говорил, если вовремя вы там кнопку какую-то не нажмете, то все вот эти файлы в генпрокуратуру улетят. Ага. Вот черт. Здрасте. Тебе чего? А меня из райдела выгнали. Сказали снова к вам идти. Мол, это ваш участок. Ладно, иди сюда, садись давай. Как зовут-то? Федорова Екатерина. А скажи мне, Федорова Екатерина, ты Конкина знала? Да, конечно, знала. Знала. А Комарова? Комарова знала? Комарова не знала. Вот это кто? Конкин? Похож. Да, точно. Конкин, он. Точно он? Он. Но не точно. А фамилия вот этого? Ну, по паспорту Конкин Григорий Иванович. А, ну все, точно он. Ты его узнаешь? Да, узнаю, но как-то не очень. А знаешь ли ты, Федорова Екатерина, что муж твой бывший зомби? Чё? Ну, как бы это по-вашему, вампир, вот. Господи, конечно, очень может быть. Он жены своей меня не признает, сволочь. А скажи мне тогда, вот ты когда с ним жила, не видала ли ты, чтобы вот он как-нибудь так вот как-то особым образом оборачивался, а? Господи, 100 раз. Так, подробнее давай. Мы, когда спать ложились, так. Вот, он на меня залезет иногда. Вот.
И раз-два все. Все. Я, можно сказать, только разошлась, разгорячилась. Вы меня понимаете. А он свое дело сделал, бац, и рылом к стенке обернулся. Ему наплевать. Ему наплевать, что девушка неудовлетворенная осталась. Я, может, еще молода. Я себя не хоронила. Дура! Я тебя... Я что, тебя про это спрашивал? А про что? Пошла вон отсюда. Как он? Почему? Вон отсюда пошла. Не пошла надо. Вон отсюда. Вон отсюда пошла. Я вам жаловаться буду. Ну, что там? Молчит? Заговорил. Заговорил при всей лютости своей. Молчал, молчал, а потом... Видать, силу свою терять стал. Что говорит? Пить просит. Не давайте пока. Ага. Что еще? Да говорит, что у вас в конторе работал. Ну, знаете, как-то так все это путанно, туманно, неискренне. Ничего. Искренность скоро появится. Настоящая. Пить дайте, сволочи. Пить дадим, ты сначала скажи, кто ты? Конкин я. Врешь. Кто ты? Пить дай. Я тебе говорю, что дам, только ты сначала правду скажи. Ладно, признаюсь. Комаров я. Да врешь, ты все врешь, я ни одному твоему слову не верю. Говори, кто ты? Зомби? Зомби. Зомби. Оборотень. 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 Так. Кто еще с тобой в организации? У тебя есть сообщники? Есть. Есть. Где ячейки ее в нашем городе-то? Ты сначала пить мне дай. Я говорю, где находитесь-то? Везде. Везде. Где везде? Везде. В каждой точке мира есть наша ячейка. Вот оно, это же я говорил, это же всемирный заговор. Ну, теперь точно, орден дадут. Признавайся, давай. Фамилия, адреса. Нет, сначала дай мне пить, потом я тебе скажу. Я дам тебе пить. Я тебе дам пить, только ты скажи, кто в нашем городе руководит вашей ячейкой? Пиши. Пишу. Самый главный зомби. Мы главный... В нашем городе. В городе. Николай Николаевич. Николай. Окунев. Ну, это-то не пишите. Он же над вами издевается просто. Я пойду себе кофе сделаю. Ну что, крыса, доигрался? Подельница твоя тебя сдала и сбежала. Так что никому до тебя дела нет. Юридически. Ты уже мертв? Если я тебя сегодня в лесочке прикопаю, никто и не заметит. А зачем, собственно, в лесочке? У тебя же на кладбище могилка пустует. Так что если ты жить хочешь, останавливай свою программку и верни мне флешку. Потому... И не верну, что жить хочу. А умру, система сработает. И твои файлы будут в открытом доступе. Сдохнешь в мучениях. Сдохну, а не отдам. Пить дай. А кстати, мне уже пора в систему код вводить, чтобы подтвердить, что я жив. Ладно. Скотина, сколько ты хочешь? Миллион баксов. Ты рехнулся, что ли? Откуда такие цифры-то вообще? Бери 100 штук и вали к чертовой бабушке. Скотина. Воды дай мне.
Абрам Гургенович? Да, да, я. Угу. Слушай, сколько у нас там в сейфе? Так, возьми 100 тысяч и положи в кейс. Да, 100, я сказал. Да знаю я, для кого эти деньги. Он подождет. А не подождет, то в соседней камере с нами будет сидеть. Угу. Да, давай и ноутбук с собой захвати. Давай, жду. Вы что, дали ему воды? Мне пришлось. Потому что он меня укусил. Привез? Да, вот. Смотри, кровосос, добился своего. Что вы мне постоянно оскорбляете? Что я, по-вашему, не человек, что ли? Да какой ты человек, змея ядовитая. Останавливай свою программу, кровосос. Да от кровососа слышу. Черт. Интернет тормозит. Давай флешку пока. Стоять! Ага, вот они все, голубчики. Прекрасно. Так я и знала. Что? Что? Решили без меня все денежки поделить, да? Ух, сволочь. Ну и сволочи. А что, вы не уехали, что ли? Ага, сейчас. Нашли дуру. Вася! Это, вы меня извините, конечно, но Людмила Степановна говорит, что вы нам мало денег дали. Людка, у тебя совесть есть? Ты, дура, самая первая меня предала. Остала мне здесь с этими кровососами-вампирами, а сама умотала с этим ментом. Ты мне лучше скажи, сколько тебе Окунев заплатил, чтобы меня сдать. А тебе какое дело? Какое тебе дело? Тварь ты последняя. Кто тебе помог всю комедию сыграть? Кто санитаров привел? Кто куклу наряжал? С доктором договаривался? Кто? Кто? Ты-то чего? Последняя ты скотина, Комаров! Комаров? Так это Качалин, арестовать их всех! Петр Петрович, я не могу. Но это наши с Людмилой Степановной деньги. Мы хотели домик на юге нам построить. Так что отдавайте нашу долю, иначе я за себя не ручаюсь. Правда? Но ты же не станешь со мной драться, сынок, и из-за этой тетки, и из-за этих денег. Из-за денег не стану. Из-за Людмилы Степановны не стану. А вот из-за Людмилы Степановны с деньгами стану. Послушайте, успокойтесь, никто никого бить не будет. Через минуту вся информация сольется в сеть. Тогда никто ничего не получит. И мы все сядем в тюрьму. Так что давайте лучше договариваться. Как договариваться? А где моя доля? От себя добавлю еще 300 тысяч. Деньги давай. Нету у меня. Жить хочешь, скотина? Нет, давай деньги. У меня. Так, 300 и... Угу. Еще 200. Так. Делите, кровососы, на всех хватит. Флешку давай. Быстро! Флешки нету. Как нету? Смотрите! Останови это! Черт, не работает. Как не работает? Проклятие! Людка! Людка, деньги держи! Ну, давай! Отбей! 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 Отбей
Внимание! Это полиция! Дом окружен! Выходите по одному с поднятыми руками! Придурок! Давай подвести.